подъедете в дом. Да, дизайн-контур не нарушается. Лучший отремонтированный подъезд выбирают в Щелкове. Управляющие компании ЖКХ и председатели Совета многоквартирных домов направили в администрацию района 9 заявок. Комиссии специалистов отдела благоустройства, экспертов Общественной палаты района и Ассоциации многоквартирных домов оценила выполненную мастерами работу. В некоторых подъездах подошли к ремонту творчески. В доме 23 по улице Талсинской стены расписали под гжель. Инициатива была управляющей компании. Ну как результат? В подъезде стало поприятнее, ну, как минимум, чисто моральная составляющая. Ну, все, стены убирался. Ну, долгие были баталии, да, кому сиреневый, кому бежевый. Ремонт выполняется на средства управляющей компании при софинансировании из бюджета Московской области. Это бывшее общежитие, которое переоборудовано было под преподавательские квартиры преподавателей. И, в общем-то, с 1998 года практически не было никогда у нас никаких ремонтов. Всю электрическую подводку заменили на этаже и в холлы. Дальше светильники заменили, потому что все здесь было старое. Вот. В общем-то, а цвет в подъезде сами выбирали? Выбирали, да. Я была на даче, мне даже звонили, чтобы предлагали, какой цвет мы выберем. В двух подъездах дома 1 по улице Рудакова чисто, светло, но без лоска. Два других заявили на конкурс соискатели от управляющей компании «Округ-17». В обычной пятиэтажке на улице Советской после ремонта появилась пластиковая дверь со стеклянными проемами. А в доме 10 на Пустовской места общего пользования приводили в порядок и жители, и управляющая организация. Изначально было сделано, проведено собрание, чтобы жители, так сказать, выбрали те аспекты работ, которые должны мы были провести в подъездах, чтобы все желания жителей исполнить. Здесь во всех местах общего пользования, как вы видите, заменена плитка. Не подъезд, а картинная галерея. В Щелковском районе проходит конкурс на лучший подъезд. А вот этот подъезд дома номер 11А по улице Парковой. Имеете шансы занять первое место. Об этом образцовом подъезде, отремонтированном по программе губернатора Московской области, мы рассказывали не так давно. Управляющая компания ДСЖКУ применила весь накопленный потенциал и опыт художниц из университетской кафедры дизайна. Пространство по периметру лестничной клетки превратили в декоративное панно с пейзажами. На каждом этаже свой рисунок. Входишь в подъезд, сразу настроение поднимается. А картинки с вами согласовывали или... Ну, нам сказали тематику, и мы согласились. У нас подъезд такой спокойный, все спокойные люди, поэтому уж все будет нормально. Поддерживаем порядок. Да. Жители всех многоквартирных домов, они большинство собственники, и должны понимать, что собственники должны содержать свое имущество так же рачительно, как свои квартиры. По-другому не должно быть. Это их собственность – подъезд, подвал, чердак, кровля. Победители конкурса на лучший отремонтированный подъезд будут определены по трем номинациям – подъезд в 5, 9, 10 и более-этажном доме. Критерии оценки качества исполнения ремонта, применение в отделке инновационных и долговечных материалов. Еще один пунктик – художественный уровень и оригинальность, с которыми выполнен ремонт. Подведение итогов состоится на областном форуме «Управдом». Михаил Налетов, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».